каждого ребенка хочется оградить от любых бед и несправедливости. Самая большая мечта твоей бабушки, чтобы ты вырос сильным и никогда не плакал. Дать ему сил быть собой. Сказывают, кто его увидит, так замертво и падает. Создать лучшие условия для его будущего. Кто совершит самое невероятное, тот и станет мужем принцессы. Уберечь его от зла. И всегда быть готовым прийти на помощь. Царевна! Караул! Ограбили! Как же меня могли ограбить, когда я сижу чай пью? 1 июня. День защиты детей на русском иллюзионе.